выскочила легковушка на встречную полосу. Естественно, водителю некуда было идти, он в кювет ушел бы, убил бы всех людей, пришлось сюда выходить. Хорошо, что никого здесь не было. Просто повезло. А его занесло или чего? Он его ударил по касательной, естественно, машина газель начала бросать. Туда он не мог уйти, там обрыв очень сильный, и деревья. Он ушел туда, ну вот, в итоге бордюр остановились. Пострадавший есть в аварии? Ну, женщина ногу подвернула, и молодой мужчина там нос себе разбил. А так, в основном, все нормально.